Ну и в завершении выпуска подведены итоги конкурса на создание креативного логотипа нашего телеканала. Напомню, он проводился в Инстаграм. Для участия надо было сделать поделку, рисунок, в общем, все что угодно. Главное, чтобы на фото присутствовал логотип ЛРТ. На днях победители получили заветные призы. Ровно две недели продолжался конкурс на создание самого креативного логотипа нашего канала. Всего три номинации и только три победителя. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшего из лучших. Как признаются организаторы, все работы были по-своему хороши. Участников мы отбирали коллегиально. Наше компетентное жюри, состоящее из наших коллег, мы смотрели фото, которое нам больше всего понравится, которые более забавные, креативные и интересные. Так, в номинации «За самое точное воспроизведение нашего логотипа» победил Артем Лушин и его яркие буквы из пластилина. За творческий подход выделили работу Андрея Шарова. Его дизайнерская роспись футболки с специальными фломастерами особенно впечатлила членов жюри. Приз за самое необычное исполнение получила Анна Назарова. И ее шедевр – настоящее овощное произведение. По всему видно, она кулинар от Бога. И так как я приверженник правильного питания, то есть стараюсь правильно питаться. И из овощей я также работаю в кафе. И из подручных средств, как на работе продукты питания. И как раз из овощей я сделала логотип такой интересный Люберецкого района телевидения ЛРТ. Перед тем, как вручить победителям их заслуженные призы, шеф-редактор Наталья Григорьева провела экскурсию по закулисью телевидения. Заходите. Ух ты, Ань, смотри, какая. Можете их стенки потрогать. Заходите, заходите, там самая фишка, там внутри. Поговоришь на микрофон? Раз, раз. Слышишь себя? Во, как волшебно. Как признались наши гости, они оказались у нас впервые. Но на этом походе они решили не ограничиваться. Теперь они пообещали участвовать во всех конкурсах нашего телеканала. Вот такую кружку с фирменным логотипом нашего телеканала и сувенирную продукцию получили наши победители. Если вы не успели принять участие в нашем конкурсе, не расстраивайтесь. Наш телеканал постоянно проводит такие мероприятия. Так что следите за нашими событиями и обязательно участвуйте во всех конкурсах. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.